Дорогие учителя, выразить вам слова благодарности – это меньшее, что я могу для вас сделать. Вы шли со мной с 5 класса, помогали, поддерживали, делали меня сильнее и лучше, давали знания и делились опытом. Я помню свой первый урок. Он был со Светланой Анатольевной. Я очень переживала, но после первых ее слов я поняла, что переживать-то незачем. Я помню загадки. Каждый урок она мне загадывала загадки, и я очень их ждала. Ирина Викторовна жила мне много сил. После того, как я написала ОГЭ на 5, я написала ей со словами благодарности, ведь это ее заслуга тоже. Она мне объясняла по нескольку раз одни и те же правила, чтобы я наконец поняла и я запомнила. Наталья Станиславовна преподавала мне немного времени, но тем не менее вложила в меня маленький кусочек и частичку себя. В этом году я познакомилась с новым учителем для меня, Еленой Анатольевной. Она очень светлый и приятный человек. Как позже выяснилось, она училась с моей мамой в школе. С ней приятно поговорить. Она тоже до последнего объясняет мне одни и те же задания, пока это не усвоится в моей голове. И я уверена, что моя хорошая отметка в обществознании – это прямиком и ее заслуга. Я полюбила обществознание, потому что Елена Анатольевна объясняет все настолько простым и понятным языком, что не понять ее просто невозможно. Я прикипела к каждому учителю в этой школе, и мне будет очень не хватать вас. Конечно же, я хочу сказать про своих тьюторов. Про Марину Владимировну. Это очень дорогой мне, моему сердцу человек. Она была не только моим тьютором, но и учителем танцев. После первого нашего знакомства она мне рассказала про свои танцы. Мне так это понравилось, что я побежала сразу же к ней в зал и отзанималась очень много лет. Марина Владимировна всегда старается для ребенка, обучающего вас в школе. Я это заметила еще с самых первых минут. Я помню, как она меня учила копировать и вставлять в тексте. И еще мы с ней заполняли анкету для сайта. Это такие теплые, приятные, волнующие моменты, что они сохранились до сих пор. Виктория Валентиновна тоже вложила немалый труд в меня, всегда поддерживала и помогала с первых минут и до сих пор. Еще совсем недавно моим тьютором стала Елена Владимировна. Очень ответственный и общительный педагог. Я не успела познакомиться с ней лично, но ее поддержку я ощутила сквозь сети интернета. Спасибо всему техническому персоналу, который прибегал на помощь с нашим главным источником связи – компьютером. Дорогие, любимые, милые учителя, спасибо вам! Спасибо за каждое зернышко, которое вы посеяли в моей голове. Спасибо за теплые уроки. Спасибо за мои успехи в учебе. Спасибо, что именно вы прошли со мной этот маленький путь в моей жизни.